Друзья, в продажу поступит BMW X5 2013 года на дизельном моторе 3 литра мощностью 245 лошадиных сил на полном приводе на автоматической коробке передач. В автомобиле отличная комплектация автомобиля, имеются противотуманные фары, основная оптика у нас на линзах. Также в автомобиле датчики парктроники, спереди и сзади имеются омыватель фар. Также установлены оригинальные диски BMW. Также у автомобиля есть рерлинги. Внутри автомобиля у нас имеется полностью кожаный салон в идеальном состоянии. Также в автомобиле имеется мультируль, штатная аудиосистема с экраном. Также у нас имеется подогрев передних сидений. Также у нас имеется дисковод под диски. Также у нас имеется кондиционер, регулировка печки-топителя, подогрев заднего стекла, центральный замок. Также у нас имеются отключаемые парктроники, отключаемый антизанос. Крышка багажника открывается при помощи электропривода с салона, также и снаружи. Управление мультимедиа у нас с помощью джойстика и кнопок. Также у нас имеется электроручник. Также в автомобиле имеется 4 электростеклоподъемника. Имеется электрорегулировка зеркал, складывание зеркал, блокировка стекол. Передние сиденья у нас на электроприводе. Да. Также имеются памяти сидений, что на пассажирском, что на водительском сидении. Также у автомобиля стоят доводчики дверей всех четырех. Для задних пассажиров у нас удобное посадочное место, имеются карманы. Также у нас имеются дефлектора для задних пассажиров, печки отопителя имеются две розетки 12 вольт. Также у нас имеются подогревы задних сидений. Также есть у нас карманы в пассажирском и водительском сидении для задних пассажиров. Также сзади у нас доводчики. Автомобиль у нас в хорошем техническом и косметическом состоянии. Крышка багажника у нас на электроприводах. Имеется камера заднего вида, также вот парктроники установлены. Также на автомобиле родной пробег, оригинальная ПТС.